В этом видео работает практикант. Он учится и делает ошибки. Учитесь с нами, делайте сами, делайте лучше нас. Кровельный инструмент покупайте на сайте. www.mechanikaspb.ru Начинаем наше занятие. Сегодняшняя тема нашего занятия – одинарный лежачий фальц. Мы сейчас подготовили лист железа. Сейчас мы на нем сделали с двух сторон, с правой стороны, если смотреть от меня. Мы сделали отгибку 45 миллиметров или П-отгибка. С левой стороны мы сделали разметку на отгибку уже 35 миллиметров. Это малая отгибка для Г-отгибки. Сейчас и мы делаем это все по схеме, которая у нас имеется. То есть, если разобраться, вот та часть, которая у нас заштрихована, это у нас будет ослабление фальца на П-отгибке и ослабление фальца на Г-отгибке. Ну а теперь переходим к разметке. Обучение кровельщиков. По металлу на разряд, колледж водных ресурсов, профессионально, качественно, 15 дней, в оборудованной кровельной мастерской, телефон на экране. Так, установили. И для того, чтобы нам сделать линию сопряжения, мы применяем фальцевое лекало. Прикладываем его, как сейчас видно, и будем проводить линию сопряжения вертикальной и горизонтальной кромки. Линия сопряжения у нас сверху, эта кромка у нас отчерчена 25 миллиметров, горизонтальная кромка у нас отчерчена 35 миллиметров. Прикладываем и карандашом прочерчиваем линию сопряжения. Линию сопряжения мы провели.